Всем привет! С вами канал Я Второй Надежды. Сегодня посмотрим, что происходило с вашим партнером последние дни. Мы посмотрим, о чем он думал и о чем он думает, и чем он занимается, что он делает. Для начала, конечно же, я делаю описание ситуации, сигнификацию, чтобы вам было проще понять, ваш расклад это или нет. Ну и поехали. Давайте начнем смотреть, что у нас происходит сейчас. Здесь, кстати, очень сильные чувства друг к другу, о которых вы не хотите говорить, скрываете. Оба скрывают здесь то, что есть чувства, то, что еще ничего не остыло. И причем так вот искусно это все получается скрывать. Хотя это доставляет, наоборот, внутреннее такое какое-то опустошение, внутреннюю тяжесть. Сложно давить в себе чувства, но здесь получается, что иного варианта нет, нужно. Потому что то ли чувства за слабость будут приниматься, то ли это должны потом дальнейшие какие-то шаги, чтобы все это сопровождалось не просто словами, а действиями. Такое вот состояние, что у меня есть чувства, я о них не скажу, пусть мне будет плохо, но зато я считаю, что так будет правильно. Что у нас женщина? Женщина столкнулась с очень сильной обидой. Потому что мужчина здесь либо предал, либо изменил, либо здесь сплетни, там втянул в какую-то некрасивую игру, обманывал. Ее это просто вот все внутри перевернуло с ног на голову. Она тоже здесь приходит в себя. Может быть, только-только вы пришли в себя. Вот что-что, но от этого человека вы вообще никак не ожидали. Вот именно такого. И поэтому чувства-то, они не проходят быстро и сии секунды. Да, разочарование, да, боль, но чувства не уберешь. Так, все, я не хочу больше любить человека, и все, да. Чувства куда-то делись. Нет, конечно. Здесь получается такая смесь, да, вот почему еще не хочется говорить о любви? Да потому что после такого про любовь не говорят. После такого говорят про что угодно, либо, наверное, лучше просто молчать, нежели показывать, что ты все еще что-то хочешь, ты еще на что-то надеешься, да, здесь получается, что это будет слабость, либо расписаться вот, в своей собственной какой-то несостоятельности. Давайте у мужчины посмотрим его состояние, это его внутренний мир. В режиме ожидания он находится, что он ждет. А для него, кстати, ваша история не закончена. Абсолютно не закончено. Да, здесь сложно сказать, каким образом он здесь сможет исправить ситуацию, каким образом здесь лучше всего действовать. Вот. Но, тем не менее, он все равно, если он смотрит так вот в будущее, да, здесь смело, конечно, так вот смотреть в его-то ситуации, на его месте, но он все равно в будущем видит вас рядом с ним. И причем здесь семьями, у вас все хорошо, у вас планы, у вас или дети, или внуки, или у вас постоянные какие-то радостные события, полный дом гостей, там, или вы куда-то путешествуете, вы что-то приобретаете. Вот. Просто счастье, когда ты понимаешь, что у тебя все хорошо, и ты просто в этом состоянии растворяешься. Вот он в таком контексте, он ваше будущее держит в своей собственной голове. Ну, а из-за чего тогда такая ситуация получилась? Другая женщина здесь либо соперница, либо, знаете, такие, хватает же всегда добрых советчиков и советчиц. Из-за другой женщины. Из-за другой женщины это получилось. И знаете как, здесь хотел быть хорошеньким, а получилось, что пришлось быть хорошеньким для нее и сделал так, что стал плохим для вас. Не смог правильно определиться, правильно выстроить взаимоотношения с вами и с ней. Может быть, начальница, это может быть мама его, там, да кто угодно здесь. Сделал, как знаете, вот что-то хорошее для нее, чтобы ее не злить. А ее, если разозлить, здесь ух, мало не покажется. Здесь человек, который действует четко, жестко, конкретно. Больно будет всем, даже если и этот человек сам себе навредит, абсолютно все равно. Главное, чтобы, ну вот она, справедливость моя собственная, вот, но кто не спрятался, я не виноват.
И вот если так вот ему подумать, да, он посчитал, что меньше из зол будет, все-таки ее здесь не злить, вот, и с ней не связываться. А получилось так, что сделал что-то хорошее, скажем так, для нее, там, услугу, там, просто что-то не рассказал, там, в чем-то не признался. А по факту он кардинально испортил отношения с вами. То есть, да, здесь предательство даже в том, что он не смог выбрать вас или не смог найти место в этой ситуации вам, чтобы не так обидно было хотя бы. Вот. Здесь шаг в одну сторону, и получается, от вас он отдалился. Хорошо, что происходило с ним в последние дни? Мы смотрим на ситуацию, которая затрагивает, ну, наверное, максимум неделю, прошлую неделю, относительно того дня, в который вы смотрите. Смотрите сегодня, значит, где-то плюс-минус неделя назад. О чем он думал? Что он делал в этот период? Давайте посмотрим. Итак, что с ним происходило последние дни? Здесь финансовый вопрос решал. Не знаю, что-то он покупал или что-то продавал. Опять же, не один здесь родственники. Не знаю, может быть, наследство получали. Но это ситуация, от которой здесь радости не получает он. Потому что здесь, ну, знаете, вот такая вот возня какая-то. То ли формальность, то ли это все очень муторно. Это все очень сложно. Это все очень долго. Причем здесь в одни руки. Знаете, такое ощущение, что он здесь старался для довольно-таки большого количества людей. В одиночестве старался. Потому что кому-то это здесь хорошо. Я больше смотрю его состояние. А в состоянии здесь даже, знаете, вот такое разочарование. И я бы сказала, паника. У него паника от того, что в какие-то моменты он не может ни на кого рассчитывать. В какие-то моменты он просто остается один на один там, с проблемой, с задачей, с какой-то, с вопросом. И все. Должен делать сам. Успокоиться здесь не получается. Давайте еще посмотрим, что еще было. А здесь смотрите. Здесь всплыла какая-то история из его прошлой жизни, которая навела тень на его репутацию перед людьми, с которыми он здесь постоянно общается и взаимодействует. Такое ощущение, что ваш мужчина здесь как отступные, что ли, кому-то здесь давал или просто решил таким образом загладить свою собственную вину. Да, там всех завалить подарками, задарить, только чтобы они не думали о том, что произошло. Да, как откупается здесь ваш мужчина. Вот здесь почему паника. Что-то вышло из-под контроля. Что-то здесь неприятное про него рассказали. Там, может быть, там наткнулись на какие-то, может быть, фотографии, какие-то документы, сплетни, которые оказались вдруг не сплетни. И вот ему, конечно, здесь понятно, что здесь пришлось делать в одни руки, потому что нужно было спасать себя, нужно было попытаться замять то, что здесь всплыло. Что-то рассказали здесь. Причем история такая, ну, она давненько уже произошла, но это история, которая сроков давности не имеет. Неважно, она хоть неделю назад, хоть 10 лет назад, это никому не понравится. И вот она вина, и ты должен сделать многое, чтобы искупить вину. Вот. Да и в принципе, видите, даже как бы там ни было, да, там, ну, что-то там, где-то он в свое время там накосячил, там кого-то подвел, там подставил. Вот, и надо замять всю эту историю, чтобы ничего хуже не развивалось. Но с ним нету даже близкого человека, который бы его просто поддержал здесь. Ни друга, я не знаю, ни брата. Как будто бы, когда все хорошо, и тогда у всех все хорошо. Когда у него плохо, ну и разбирайся сам. Знаете, пока он добренький, и все рядом здесь вокруг него, там пока добренький, там пока у него деньги есть. А как только у него проблемы или какая-то ситуация, все сразу плохой. Здесь периодически то дружат с вашим мужчиной здесь,
То дружат за него, то дружат против него. И сейчас ему, чтобы снова, ну, как я сказала, да, вот все урегулировать, вот теперь здесь нужно постараться. Подарки, не подарки здесь, все отписать, да забирайте все, что хотите, только лишь бы там у меня с вами проблем не было, или вот смотрите, мне для вас ничего не жалко, потому что здесь буквально, да, вот как будто там все карманы вот выворачивает, и вот, все берите, все. Вот, а внутри-то пустота. Пустота, такая дыра, самому ему неприятно. Паника, что это вдруг всплыло на поверхность, что об этом узнали. Паника, что нужно что-то предпринимать. И да, здесь он понял, что лучше всего сделать. Долго, нудно, тяжело. Результат здесь пока еще непредсказуемый. Получится или не получится. А промежуточное удовольствие здесь у этих людей есть, потому что, знаете, такие вот потирающие руки личности показаны. То есть все хорошо. А вот насколько это на перспективу его спасет, вот, или остановит на долгое время, здесь, кстати, большой-большой вопрос. Это что происходило с ним в последние дни, да? Что он делал? О чем он думал в последние дни? О чем он думал? Скорее бы все закончить и выпутаться. Да, как бы вывернуться, как бы выпутаться. Так он, кстати, не любит, когда к нему обращены пристальные взгляды, когда его вот буквально как под микроскопом рассматривают. И быстрее-быстрее он хочет отвлечь, вот, как-то фокус внимания перенести совсем в другую степь. Да, чтобы расслабились и снова, как он любит слушать и быть хорошеньким в глазах других людей. Как он любит быть хорошеньким, любит здесь сделать все, чтобы снова с ним, не знаю, дружили, с ним общались, к нему претензии не предъявляли, чтобы его хвалили и снова, чтобы окружение его прям было рядом с ним. Но здесь вот сложно мне пока здесь сказать, потому что здесь умеренность и башня, то есть такое вот напряженное состояние у него, оно еще продлится. И сказать, что быстро все закончится, сейчас он быстренько здесь ото всех откупился, и все у него дальше пойдет хорошо, вот этого я сказать здесь не могу. Но он очень надеется на это. А что он о вас, девочки, думает? Что он думает о вас? Вот как все закончится, надо и с вами будет что-то решать. Как все закончится у него здесь? Ну, потому что про вас он здесь тоже думает, кстати. И вы тоже являетесь причиной его состояния страха, его состояния потери. Ну, про вас он здесь думает в основном преимущественно перед сном, там, на ночь, когда никто не видит и когда можно спокойно предаться своим собственным мыслям. Думает много, мысли тяжелые, мысли очень сложные. Но видите, не та ситуация, чтобы сейчас как-то с вами еще, да, второй здесь получается параллельный сложный вопрос решать. Ну, поэтому как только тут более-менее утихомирится все, ну, сложно здесь сказать, что утихомирится. Не вижу пока здесь, что у него быстро все получилось. Поэтому, девочки, здесь скорейших каких-то действий, скорейших шагов здесь от него не ждите, потому что встрял. Ваш товарищ сказал, сам виноват, да, эта история неприятная, и он в ней был замешан, участвовал. Ну вот, поэтому здесь, как он дальше будет, собственно, действовать, и как он дальше себя будет вести, что он еще будет готов делать и предлагать для того, чтобы там от него хотя бы косые взгляды отвели, и все, снова было как раньше. А потом и по отношению к вам здесь будет принимать решение, потому что уже ему здесь сложно. И видите, здесь такая вот какая-то черная полоса в его жизни. И с вами ситуация, и тут что-то произошло. Вот, и вот что же делается, да? Вот, скорее бы это все решилось. Ну, пусть решает в любом случае. Вот, моя задача вам объяснить то, что происходит, дать понимание того, что в жизни человека решение, конечно, вы всегда будете принимать сами, потому что ваша жизнь нужен, не нужен, конечно, будете решать тоже только вы. На сегодня все. Я искренне надеюсь, что вы получили ответы на свои вопросы. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, поддержите меня, мой канал. Не забывайте писать комментарии, это тоже активность, это тоже важно. И, конечно, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех свежих новых раскладов. Всем пока-пока. Скоро встретимся.